Радоваться мелочам – вот его секрет, признается житель микрорайона Загария Юрий Симонов. На проводы масленицы он пришел со своей семьей, чтобы поучаствовать в народных забавах, а также отведать вкусных блинов. Да, для объединения людей, чтобы люди встречались чаще. Раньше же постоянно были праздники, а сейчас люди живут в подъезде, друг друга не знают. А это сближает людей, и все равно какое-то времяпрепровождение, приятный выходной день. Более 200 жителей микрорайона Загария приняли участие в масленичных гуляниях в этом году. Озорные скоморохи веселили как детей, так и взрослых. Придерживайте ведра, а то всю воду спускайте! Вот такой праздник, который мы устраиваем на протяжении последних трех лет, это, наверное, праздник действительно горячо любимый нашими горожанами, нашими загарьинцами. Потому что вы видите огромное количество людей, это разные, это и детишки, и люди более старшего поколения. И все имеют, самое главное, хорошее праздничное настроение. Потому что это наши традиции. Масленица, народный праздник, испокон веков. А сила, я считаю, у людей тогда, когда они помнят свои традиции, обычаи, когда встречаются, когда друг другу желают добрые какие-то пожелания высказывают. Помимо развлекательной программы на сцене, для гостей праздника катание на лошадях, частушки, перепрыгивание через канаты, ну и, конечно, катание с горок. Ведь на Руси масленица всегда отмечалась шумно, а наши предки считали, что не потешиться на широкую масленицу значит жить в горькой беде. Руслан Пепеляев, Андрей Соловьев, телекомпания «Ветта».